calles queridas donde la vida me vio crecer. Vecina, llegó el sodero con la alegría otra vez de andar por el vecindario, porque en el barrio me enamoré. Sodero de mi vida, no hace falta que te diga, tu simpleza y tu alegría me han ganado el corazón. Vecina, llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Me gusta cuando a la calle todos me salen a saludar. Sodero de mi vida, sí señor, sí señor. Yo lo espero cada día, sí señor, sí señor. Vecina, aquí ha llegado, sí señor, sí señor. Su sodero enamorado, sí señor, sí señor. Llegó el sodero, sí señor, sí señor. Usted sabe que la quiero, sí señor, sí señor. Привет. Привет. Добрый день. Родной, сколько раз повторять, чтобы ты не открывал, не спросив? Все и так видно. Нет, бабушка права. Надо быть осторожнее. Ты знаешь бабушку? Она похожа на маму. Те же глаза, черты. Вы с мамой друзья? Мы ими были очень давно. Странно. Я видела всех знакомых Софии, но вас не помню. Мы не встречались. Но София будет рада меня видеть. Да. Она дома? Нет, у себя в офисе. Разбирается со всякими психами. Она скоро вернется. Что-нибудь передать? Я подожду здесь, если позволите. Хорошо, зайдите. Мануэль, поиграй на компьютере. Иду. Принести вам кофе? С молоком. С молоком. Ладно, сейчас. Ты, видно, думаешь, что я оголтелая, азартная старуха. Ты азартная. Нет, это не так. Нет. Не азартная, а увлекающаяся. И мне не безразлична моя семья и близкие люди. Отрадно. В жизни так мало истинных ценностей. Какие? Семья, без сомнения. И еще любимая футбольная команда. Ясно. Приятно, что наши взгляды совпадают, потому что речь пойдет о семье. Понял. Только подожди минутку. Ладно. Рауль? Что? Бездельник, почини фургон или завтра потащишь ящики на себе. Да, сеньор, ты слышал? Да, сеньор, я не глухой. Слава богу. Это точно. Не кричи на старшего, извини, Дэвида. Издержки профессии. Приходится быть жестким. Да. Бывает трудно подобрать верный тон. Меня прислал Рауль. Спокойно, парень. Я уже уходил. Уже уходил? А кто тебя отпустил? Прохлаждался весь день, а фургон пустой. Мы загружаемся перед выездом. Зачем откладывать? Я плачу не за разговоры. Не злись, Ипполито. Всем не сладко. Из-за футбола. Да. Об этом невозможно молчать. Здесь только я обсуждаю футбольную тему. На правах владельца фабрики. Еще раз прости. Ничего. Прошу. Отвлекись и выслушай меня. Буквально в двух словах. Для меня это очень важно. Давай хоть в трех. Не торопи меня. Не тороплю, я весь внимание. Ладно. Слушаю. Прости. Семья зовет. Моя дочь в тюрьме. Это или ее адвокат, или из полиции, или бог знает кто. Ипполито, это я. Дорогая. Приезжай, этот парень у нас. Какой? Который следит за Софией. Не дай ему уйти, сейчас буду.
Нет. Жаль. Но семьей нельзя пренебрегать, ты сама сказала. Нет, нет. Поверь, ситуация чрезвычайная. Поговорим в другой раз. Сожалею, что нас прервали. Как можно было упрятать за решетку такого ангела? Она же ни в чем не виновата. Нужно найти Саманту, прежде чем София отсидит за нее. Работать без нее сущая мука. Все о ней спрашивают. Я плачу над ее фотографиями. Знаю. Не нужно об этом говорить. Я тоже не перестаю рыдать. Это невыносимо. Мы лучшие подруги. Знакомы с 7 лет. А мне каково? Она ведь моя невеста, почти жена. Альберто, не будем спорить, кому хуже. Но чувства рвутся наружу. Ее никто не любил так, как я. Мы оба истрадались. Верно. Она, наверное, ужасно по мне скучает. И по мне. Алло. Алло, говорит спецагент. Обнаружил? Саманту. Что? Серьезно? Где ты, Боча? В бильярдной. Ей палец в рот не клади. Только что выиграла 200 песет. В бильярд? Да. И не переставая хлещет джин. В стельку пьяна. Тебе лучше поторопиться. Бегу. Задержи ее. Задержать? Ну, займи чем-нибудь. Спой, станцуй, разденься, но не дай ей уйти. Дотянешь? Ладно. Хорошо. Почему ты впустила его, не посоветовавшись? Или я пустое место? Я его не звала. Понятно. Тише. Ты дала понять Ипполиту, что ты не против. Когда? Не делай вид, что память отшибла. В тот день, когда обливалась слезами, потому что Рамину якобы выкрали. Понятно. Полюбуйся, Висенте. Что за тип? Он воспользовался ситуацией. Не надо песен, я ничем не пользовался. Дала обещание, должна сдержать. Мне было не до тебя. Я хотела, чтобы ты отвязался. Ясно. Сейчас уже поздно. Я съехал с той квартиры, которую снимал, и мне некуда податься. Вы с Ипполито разрешили мне пожить, и я останусь. Точка. Останусь. Тяжело. Успокоился? Почти. Надо подумать. И все хорошенько взвесить. Как скажешь. Пару дней? Месяца. Нет. Привет, родные, я к вам в гости. Я тут ни при чем. Их дом накрыло счастье. Придавило. Но где твой агент, Боча? Я имел в виду себя, Альберто. Ладно, ладно. Где она? Там. Где? Вся в черном. Все. Саманта. Да, я. Мы знакомы? Да, возможно. Ты сердцеед Альберто. Да. Да, Альберто Мусапаппа, 2С и 2П. Вот и встретились. Да. Польщен. Я тебя слышала. Ты знаменит?
Притча во языцах. Ясно. И какая ходит молва? Я верю своим глазам, а они не спешат отвернуться. Приятно. Сыграем? Попробуем. Ты, говорят, уверенно кладешь. Иногда не очень везет, но, в общем, вполне сносно. Не прибедняйся, Мусапапа. Что, отнялся язык? Саманта, сдавайся, София в тюрьме. Как раз вертелась на языке. Что? Ты читаешь мои мысли? Какие? Раздавайся. Ладно, договоримся. Услуга? За услугу? Деловая женщина. Совсем не деловая. Обычная. С обычными запросами. А, София, она водит тебя за нос и не поможет Софии. Вот увидишь. Саманта, не знаю, какие ходят слухи, но я люблю только одну женщину. Хотите еще чашечку кофе? Нет, сеньора. Спасибо. Но я чуть было не заснул. Такое случается. Можете отдохнуть. Полиция. Что такое? Придется пройти с нами. Не так больно. Тише, тише. Наконец-то. Я вся изнервничалась. Да. Да. Я подсыпала ему снотворное. Хорошо, хоть самой пить не пришлось. Все позади, позади. Признаюсь, ты меня поражаешь, Эльза. Как ты это вынесла? Нечеловеческая стойкость. Да. Не стоило держать его здесь. Знаю, это было опасно, но что было делать? Вы справились? Удачи. До свидания. Где внук? За компьютером, слава богу, его это не коснулось. Дед! Вот он. Да. Как дела, внук? Класс. Где мамин друг? Ушел. Он устал ее ждать. И я тоже устал ее ждать. Когда она вернется? Где она? Сколько можно? Дадут мне в этом доме выпить? Терпение. В порядке очереди. Как малыш? Жив-здоров, спасибо. Правда? И ты его оставила? С ним сидит мать Мигеля. Вместо того, чтобы чесать языком, занялась бы ребенком, мамаша. Кто бы говорил, побереги советы. От самой дочь убежала. Не груби. Правда, глаза колет, так и скажите. Ты не знаешь, как было. Рамина решила начать новую жизнь. Она никуда не убегала. А грудных детей нельзя разлучать с матерью. Его мать я. Все 6 месяцев я только то и делала, что варила, кормила, стирала пеленки. Мне надоело с ним нянчиться. Он постоянно ревет у меня на руках. Терпения не хватает. Бедное несчастное создание. Что ты сказала? Ничего. Привет. Мы ее нашли. Кого? Кого? Саманту. Правда? Да. Ты зашел к Софии? Нет, у Софии Альберта. Вызволяет. А что теперь будет с Самантой? Упекут надолго. Упекут? Значит, посадят в тюрьму. Кто ее сдал? Чьих рук дело? Чьих? Тайного агента.
Дорогой, ты хоть попробуй. Я старалась. Не хочу начинать без мамы. Мама вернется поздно. Обычно приходит вовремя. Знаешь, мама на конгрессе. Поэтому тебе... Что за конгресс? Конгресс. Какой ты любопытный. На конгресс собираются знаменитые психологи, чтобы обсудить то, что потом друг у друга спишут. Вот и все. Неправда. Правда? Мама предупреждает, если идет на конгресс, и просит поцеловать ее. Она забыла. Она слишком занята. Зачем мне врать? Зачем? А где Альберто? А что? Он обещал прийти. У него много заказов. Альберто рабочий человек. Знаешь, почему его нет? Он на том же конгрессе помогает маме. Точно. Я ж мучитель. Не обманывай. Я вижу, что-то не так. Ты замкнулся. Плохо выглядишь. В чем дело? Не поешь, не пляшешь. Не зовешь меня деткой. Ты угадала, деточка. Мне что-то... немного одиноко. Вот. Бедняжка. И ты молчишь. Не надо впадать в отчаяние. Ты обязательно найдешь свое счастье. Кто бы мог подумать, что мы с Висенте поженимся? А поженились? Извини, я в этом ничуть не сомневался. Никогда. Мне он с мамой нравится. Парень хоть куда. Я в духовном смысле. Испугалась. Ваша свадьба не стала для меня новостью. Здесь меня удивляют окружающие. Я привык к раскованной жизни. А стоит мне появиться на улице с приятелем, и все таращатся, как будто я какой-то ущербный, что ли. Здесь не ибица. Но разве хуже? Ты у меня одна, Трада. Спасибо. Вот и признался. Ленор, я тебя люблю, но не представляю здесь свое будущее. Я без конца устраиваю шоу, а личная жизнь... Порой хоть бери, да в петлю лезь. В петлю? Да, да. Бочи, ты меня пугаешь. Тебе нельзя сдаваться хотя бы ради нас? Ты всем даешь силы. Бедняжка. Иди сюда, милый. Счастливо. Пока. Удачи. Спасибо. Боритесь. Помните о правах и визитах к гинекологу. Будь счастлива. Ладно. Спасибо. Пока. Еще увидимся. Привет. Сестренка. Vecina, llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Me gusta cuando a la calle todos me salen a saludar. Vecina, llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Это и есть ты? Мне говорили, что мы похожи, но чтобы настолько. Спасибо, что выручила. Ради бога. Белый свет мне стал не мил. Чего не скажу про твоего жениха. Альберто? Муса папа. 2S2P. Ты с ним знакома? Один день. Его недаром окрестили жеребцом. Мачо. Завидую. Он идеальный мужчина. И где вы с ним встретились? Вообще-то, он сам ко мне пришел. На твоем месте я бы давно посадила его на цепь. Для одной женщины его слишком много. Думаю, тебе стоит немного поработать над внешностью.
декольте, косметик, шпильки. Не находишь? Ишь, понеслась. Эта девочка-сексолог. Ей ни к чему твои дешевые советы, да? Вот так новость. Воровка дает мне указания. Послушай меня. Не пожалеешь. Сделай милость. Не вмешивайся в мою личную жизнь. Мама, ты пришла? Мой принц. Конгресс закончился? Да-да, к великой радости. Альберто был с тобой? Да, я поддерживал маму, как мог. Да, он всегда рядом. Помогал по-своему. Да. Ты поел? Да, бабушка заставила. Я не хотел без тебя. Я пришла, теперь спать. Ладно, давай. Хочешь есть? Нет, мама, только чаю. Сейчас. Идем. Сюда. Бросили. Скажи, в чем я провинился? Если твоя совесть спит, тогда я умываю руки. Я не просил меня стыдить. Кого ты из себя изображаешь? Никого. София и Эльса с таким укором на меня смотрят. Почему? Не поверю, что ты действительно не догадываешься. Но... Из-за брюнетки. Брюнетки? Не прикидывайся дураком. Ты заигрывал с ней. Или я сочиняю? Ответь, Муса-папа. Я к ней не прикасался. Совсем. Неубедительно. Тогда спроси у Бочи. Он был там, он подтвердит. Но она сказала, что... Что? Ты пожирал ее глазами. Прилюдно. Меня шокировало ваше сходство. Только волосы другие. Да родинка. Давай закроем тему. Забудь. Не могу. Не дуйся. Я без тебя волком выл. Вожделел. Всем телом и душой. Это твои слова. Я не способен на такое красноречие. Но в голове у меня очень неприличные картинки. Прям как этот журнал. Да? Правда? Да. Очень? Очень. Я не против. Да. Давай пользоваться тем, что все спят. Нет, любимый, это дом моих родителей. Ну да, дом твоих родителей. Точно. Вряд ли они будут подглядывать. Да? Нет. Нет, нет. Я на взводе. Уже? Да. Проверим? Не смейся. Не буду. Но лучше подождать еще чуть-чуть. Али? Гейстар? Добрый день. Я по поводу конкурса. Да. Пишите. Хуан Пабло Рокамажор. Секунду. Замолчи. Дай поговорить по телефону. Алло. Извините. Это по паспорту. Но для своих я Боча. Так лучше звучит. Что? Отвернись. Что мне взять? Подружку. Понял? Отлично, спасибо. Пока. Принят. Боча! Что? Что, так сразу? Сразу. В гей-клуб. Шутишь? В такой компании у меня кусок в горло не лезет.
Обеденный перерыв окончен. Ступай на фабрику. Иду. Живее. Все. Шевелись. Освежись в душе, от тебя дурно пахнет. Для вас старался. Есть. Что теперь? Спасибо тебе за это объявление. Ты дала мне стимул. Какой стимул, Боча? О чем ты говоришь? Простите, ты ошибся? Вырезку оставила я. Ты? Да? Ты разочарован? Думаешь, во мне нет ничего человеческого? Мы не чужие. Я переживаю. Спасибо. Не за что. Но это не подействует. Ты скрыла то, что должна была сказать, а я злопамятный. Нашей дружбе конец. Я не смогу тебе доверять. Ясно? Я переселяюсь, и ты меня не выставишь. Кто тебе позволил? Ленор. Нет. Ленор не соображала, что говорит. Как тебе только не стыдно. Не стой. Заступи за меня. Почему он тобой прикрывается? Все фанаты заодно. Прошу прощения. Мне уже трижды звонили покупатели. Ладно, за дело. Все разногласия уладим потом. Работа ждать не может. Людей мучает жажда. И наш святой долг — обеспечить их спасительной влагой. Долг превыше всего. Так будем же трудиться сутки напролет. Ты что? Он еще спрашивает. Производство не терпит простоев. Малейшая халатность, и завтра же конкурент займет нашу нишу. Тогда прощай, фабрика. Другие будут наращивать капиталы, сколачивать состояние за счет наших былых заслуг. Прости. Ты не знаешь, кто лучше всех танцует? Я, вот так. Спрашивай. Я Тедди. В детстве был Эрнесто. Теперь Тедди. Понял. Как плюшевый мишка. А я Боча, дай лапку. Мишка. Мишка. Ты на конкурс? Да, куда идти? Я покажу. Идем. Я свой. Станем поближе. Давай. Мальчики, прошу тишины. Внимание. Вызывать будем по номерам. Я ведущий. Всем слышно? Прекрасно, спасибо. Молодцы, спасибо. Спасибо. Ну ладно. Ладно. Поговорим о конкурсе. Итак, знакомьтесь, наше жюри. Все как на подбор. Тише, спокойно. Жюри назовет пятерых финалистов. Надо понравиться. Надо постараться. И еще последнее и самое главное. Приз – телесъемка. Так как будут сниматься семейные сцены, родные должны быть в курсе. А теперь все. Вау! Vecina, llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. ¡Wow! ¡Así! ¡Vamos, chicas! Bien. Постой. Нет, это не для меня. Почему? Ты так решительно настроился? Да, но семья... Не слышал оправдания глупее. Нет, я серьезно. У меня нет семьи. Совсем никого нет.
Извини, не знал. Ничего, малыш, забудь. Плюнь на все. Идем со мной, у тебя получится. Ничего не выйдет. Это главное условие конкурса, а я одиночка. Пусть так. Главное быть уверенным. Малыш, я уверен. И меня не волнует мнение этих ископаемых. Вот человек. Иметь бы мне такую самооценку. Как знать. Присмотрись к себе. Поговорим о комнате позже. Надо работать. Забудешь, значит, согласен. Молчи, Рауль. Уговори его. Похлопочи за меня. Я? Замолвь словечко. Ты знаешь, что делать. Не вынуждай меня на угрозы. Такими заявлениями ты ничего не добьешься. Аккуратнее. Я ведь могу сослужить тебе хорошую службу. Давай. Куда пошел Альберто? В дом. Точно? Да. Там живет Анхелика. Да. Престарелая мультимиллионерша. Я знаю. Мусапапа захаживает к ней. Ей нужно мужское внимание. Понял? Мужское? Правильно. За деньги? Тебе деньги, ей внимание. Ты серьезно? Не то слово. Потешь, старушка? Довольно. Я никого не обязан развлекать. Не нанимался. Раз, два и все. Что это за жест? Глубокого почтения, вот. Иду повышать уровень и качество обслуживания. К Анхелике? Да, к Анхелике. И ты так открыто мне об этом заявляешь? Ей уже стукнуло 86. Кто дал тебе право говорить о ней в таком тоне? У вас ведь был роман. Но тогда ей было всего 75. Она еще не носила подгузники. Тебе нет дела до чужого счастья. Слушай, поступай, как знаешь. Мне все равно. Избавь меня от комментариев. Ты что, спятил? Не знаю. Можешь заехать за мной через полтора часа. Я не таксист. Ты мой друг. Лови попутку. Я устану. Тоже мне друг. София, солнышко мое. Как я рада. Расскажи мне про Саманту. Какая история? Ты думаешь, о чем просишь? У тебя редкое чувство сострадания. Трудности должны нас закалять. Я провела целые сутки в тюрьме, не ты. В тебе нет авантюризма. Фабиана, мир для меня замыкается на Альберто, моем сыне и моей семье. Мне хватает. Что у тебя? Кое-что купила. Что? Не твоего ума дело. Подумаешь, я не хочу это обсуждать. Что это с ней? Почему ты так поступаешь? Почему? Потому что все кончено, Мигель. Слезами тут не поможешь. Почему? Мы совершенно разные. Мигель, как лед и пламень. Не притворяйся, что мы созданы друг для друга. Да. И не вздумай шантажировать меня сыном. Он мне не родной, но, клянусь, я любил его как мог. Вот именно, как мог. Моему сыну нужен биологический отец. Не переживай, Мигель. Вы сможете видеться по выходным и праздникам. А на неделе... Можно. Ты настаиваешь? Да. Ладно. 5 числа каждого месяца ты будешь выписывать чек на алименты. У меня нет чековой книжки. Нет? Нет. А пластиковые карты? Нет. Должна быть. Заведешь две. Одну на меня. Нужно время. А мне наличные. 250 песет немедленно. Не могу. Надо. Все деньги в банке. Мне больно так уходить. Больно. Тити,
Поцелуй на прощание. Последний раз, Нигель, запомни. Я держу конверт. Жюри сделало выбор. Пятеро из вас вышли в финал. Итак, это Тубби. Так, Тубби. Тельма. Рене. Тедди. И Боча. Мои поздравления, мальчики. Браво, браво. Браво. Браво всем. Привет. Привет. Ты кстати. Как жизнь? Хорошо. И у меня. София опять вернула жизни краски. Вижу. А ты ей вернешь настроение. Что, не в духе? Нет, но вела себя странно, очень. Что ж, я даже поесть забыла. Да? Да. Наверстывай. Ладно. До скорого. Еще увидимся. Пока. Пока. Нравится? Да. Тебе все к лицу. Но разве обязательно себя менять? Да, обязательно. Зачем? Буду Софией, Самантой и всеми другими для тебя. Ты единственная. Другие не стоят и твоего мизинца. Не стоят? Милая. Знаете, кто нынче отличился? Кто? Ипполито. Ипполито? Взрослый человек, а никак не образумится. Он непредсказуем. И как его занесло к этой старухе? Умереть можно. Вы ее не видели. Местный миллионерша живет за углом. Ну вот. Да. Он решил разделить с ней ложе. Я бы даже за миллион не согласился, хотя за миллион можно, если зажмуриться. Тебе не надоело думать только о деньгах и о сексе? Одно и то же. Это же патология. Ты сегодня в ударе. Для тебя женщины все равно, что мебель. Девочка в дурном настроении? Ты доведешь. Горе мне. Опять не угодил. Ёрничать, отправляйся в другое место. А если гормоны играют, прими холодный душ. Хватит, еще подеритесь. Ты за него? Ушам не верю. Будешь его защищать? Что ты на него накинулась? Он хам. Дурдом имени Мусапапы. Ешьте сами. Уважай Делию. Прости, Делия, я не хотел тебя обидеть. Придурок. Моника, нельзя быть такой злой. У бедного мальчика нет даже семьи. Ты просто эгоистка. Делия, сядь. Ты ничего не ела, ни крошки. На нее страшно смотреть. Вот беда. Я уберу. Я сама справлюсь. Отдохни. Привет, привет. Боча, как дела? Как всегда. Слушайте новость. Давай. Я в пятерке финалистов конкурса. Молодец, Боча. Рауль, нашей любви никто не помешает. Пора расходиться.
Привет. Привет. Как добрались? Альберто. Салют. Привет, мама. На тебе лица нет? Нет, сынок, ничего. Добрый вечер. Что это с ней? Замучили колики. Неудивительно. До сих пор ничего в рот не взяла. Это правда? Да, да. Переключитесь. Нашему Бочи есть чем похвастаться. Он стал финалистом творческого конкурса. Ай да Бочи. Я не все сказал, ребята. Дело в том, что они хотят заснять конкурсантов, отобранных для финала, в семейном кругу. Ну, в общем, глупости какие-то. Очень свежо. Им интересен наш образ жизни. Все завязано на артиста. Семья поблекнет. Семья главная. Там иначе. Скажи ему. Бочи решил отказаться. Здесь у него нет ни одной родной души. Это не так. Не так. Неблагодарный. Видишь? Ему нужна семья? Позарез. Есть на примете? Мы твоя семья. Боча, мы тебя устроим? Если только за этим дело стало, то мы с Альберто, да и остальные солидарны. Семья у тебя есть, Боча. Роднее некуда. Правда? Честно говоря, я боюсь телекамер, но изобразить телячьей нежности смогу. Я тоже сколько угодно буду мамой. Я счастливчик. Ипполито. Моника, позволь объяснить. Нет, нет, между нами все кончено. Ты не должен передо мной отчитываться. Не утруждай себя. Эта дама может говорить об экономике часами. Да. Плавает в ней, как рыба в воде. Она весь мировой рынок изучила вдоль и поперек. Умна невероятно. Догадываюсь. Не веришь? Ни единому слову, Кампас. Это чистая правда. Допустим. Если так, докажи это. Пойдем и немедленно займемся любовью. Todavía mandar flores de aquel.